Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автомобильные дилеры предложили российскому правительству временно заморозить статью закона о защите прав потребителей, где говорится о сроках гарантийного ремонта, максимум 45 дней. Объясняется это тем, что в условиях дефицита запчастей и их дороговизны соблюсти данные требования зачастую невозможно. Как заявил один из экспертов отрасли, в ближайшее время есть все шансы увидеть массу судебных исков от автовладельцев, столкнувшихся с нарушением сроков. Ситуацией могут воспользоваться так называемые автоюристы, зарабатывающие на тяжбах с различными организациями. Трасса 101. В Новосибирске госавтоинспекция попросила фирмы, сдающие в прокат электрические самокаты, не сотрудничать с гражданами, у которых нет водительского удостоверения. Речь идет о правах категории М или А. Ведомство обосновало это тем, что самокаты, а также гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности являются источником повышенной опасности, как и автомобили. Электросамокаты в последние годы наводнили улицы всех крупных российских городов. Ежегодно фиксируются смертельные ДТП с их участием. Местные власти в спешном порядке принимают различные ограничительные меры. Например, в Москве хотят запретить передвигаться на электросамокатах со скоростью более 25 км в час. Трасса 101. АвтоВАЗ прекратил выпускать «Лады» с автоматом. Поставки таких трансмиссий из-за рубежа прекратились. На поиск новых партнеров или собственные разработки могут уйти годы. Как информирует газета «РУ», на заводском складе еще остались несколько «Лада Гранта» с автоматической коробкой японской фирмы «Джатка». Стоят они фантастические 1 миллион 285 тысяч рублей. Это минимум. С 24 апреля Волжский автозавод начнет делать машины без АБС и СП, аэроглонас и даже подушек безопасности. Трасса 101. Компания «Черри» озвучила цены на полноприводный кроссовер «Тига 8 Pro Max». Минимум почти 4 миллиона рублей. Это сопоставимо с начальным ценником нового Toyota Land Cruiser Prado. Китаец оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В базовой комплектации имеются, к примеру, 6 подушек безопасности, 2-зонный климат-контроль, система кругового обзора, панорамная крыша с люком, полный зимний пакет без ключевой доступ. Трасса 101. Объединенные Арабские Эмираты снова удивили ценой, которую один из участников благотворительного аукциона заплатил за красивый номер для автомобиля. Знаки АА8 ушли с молотка за 9,5 миллионов американских долларов, более 700 миллионов рублей. Данная сумма в полтора раза меньше рекорда, который был установлен в 2008 году. Тогда регистрационный знак с одной лишь цифрой 1 продали за 14 с лишним миллионов долларов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».